Сьогодні в програмі рефлексія матки. Рефлексія як вид патологічного вигину матки та дитяча матка. Вікові страхи дітей 3-7 років. Що впливає на формування дитячої самооцінки? Поради спеціалістів. Матка, як і будь-який людський орган, може мати різну форму. Закладка ембріональна происходит во многом опосредованно либо случайными мутациями, либо наследственными какими-то факторами. Например, загиб матки кзади. Наиболее частое распространение вот такой матки. Это норма. Бывает нос картошкой или нос горбинкой, то есть это вот разновидность. Полость матки не изменена, вот, но в силу такого расположения кзади с наклоном на прямую кишку, а не в сторону мочевого пузыря, такая матка, как правило, хуже сокращается после родов, либо после прерывания беременности. Таким жінкам лікарі радять після пологів більше лежати на животі. Щоб відділяємо із полості матки більш легко відходила вот, і виходила наружу. Значит, в отношении беременности, ну да, бытует такое у старых врачей, что с такими матками, которые кзади или в ретрофлексио, как говорится, медицинским языком, хуже наступает беременность. Ну, скажем так, вопрос дискутабельный. Если это здоровая женщина, хоть кзади, хоть кпереди, хоть вправо, хоть вліво, у нее все наступит. Коли жінка вагітніє, матка займає правильне положення. Буває ще і недоразвиті матки, тобто гіпоплазія, або, як в народі кажуть, дитяча матка. Це найхудший, пожалуй, варіант. Якщо перегородку можна і сечь, двойну матку як-то теж можна добитися, учитывая вот, високі технології репродуктивні, то маленька матка має маленьку полость. И, скорее всего, такая женщина начала менструировать вовремя, но месячные эти были болезненные, и месячные имеют объем достаточный, продолжительность, как правило, вот. Но, тем не менее, беременность у таких женщин не наступает. В даному випадку і штучне запліднення не допоможе. Ну, теж ресурс у кожної матки різний. Некоторые детские матки даже в возрасте таком, скажем так, уже не самым юным умудряются беременеть. То есть всю жизнь что-то в организме все равно происходит. Вот. И такое в моей практике, например, случалось, что женщина считается, что до 25 лет все люди растут. А вот после 25 лет у них запускаются естественные процессы старения. То есть уже лечить такие маленькие матки смысла нет выращивать. Есть. В моей практике такое было. И 28, и 30, и 32 года были такие маленькие матки, которые родили детей. Тому не варто покладати рук. Якщо є хоч невеликий шанс, варто спробувати. Ресурс у каждого человека разный. То есть у одной мы начали лечить ее там в 20-22 года, а плохо поддается, а другая уже и 30 лет, а быстро как-то за полгода и ничего, и получилось. Вот. То есть каждый человек он имеет свой потенциал. Вот. И мы не знаем, как пройдет вот этот вот успех лечения у нас. Он будет успешным вообще это лечение или нет? Ну пробовать надо. Маленькі діти багато чого бояться. Всі ці вікові страхи притаманні дітям 2 років. З 3 до 5 років діти починають боятися смерті.
у віці 6-7 років поступово з'являється соціальний страх. Також дитина починає боятися запізнитися до школи. Вони можуть виникати, а можуть і не виникати. Самооцінка – один з головних показників розвитку особистості вашого малюка. Адже від того, як дитина оцінює себе, залежить те, які цілі буде ставити для себе і як далеко вона піде в дорослому житті. В раннім возрасті ребенок не може сам себе оцінити, його оцінюють взрослі. Тому батьки, учителі, воспитателі – от ихнего влияния, от ихнего отношения к ребенку зависит у ребенка его самооценка. Саме з ранніх років необхідно розвивати у дітей позитивну самооцінку і почуття впевненості, тому що занижену самооцінку складно переробити в адекватну. Если в семье воспитывается девочка, самооценку поднимает отец, а мама играет роль принимает роль воспитания, и ребенок в основном отзеркаливает маму. То есть она похожа на маму, она ведет себя как мама и так далее. Отец – это эмоциональный комфорт для девочки, это поднятие самооценки и повышение самоутверждения. Когда отец проговаривает, ты у меня самая лучшая, ты самая красивая, у тебя сегодня все получится, тем самым отец дает посыл своему ребенку, самоутверждение и позитивную самооценку. Для хлопчиків взірцем для наслідування є батько. Але рівень самооцінки більше залежить від матері. У дошкільному та в молодшому шкільному віці самооцінка, як правило, трохи завищена. Однак старші діти дуже вразливі. Подростку дуже важливо, как его оценивают люди извне, а в частности его одноклассники, его сверстники, его друзья. И чаще всего, ну скажем так, прослеживается негативная сторона. Так вот сложилось, что эта возрастная категория, подростковая возрастная категория, чаще всего страдает от самоанализа, от неадекватного самоанализа. Здесь же опять мы должны, взрослые, помочь ребенку. Во-первых, дайте почитать литературу, что происходит с ребенком, какие возрастные изменения происходят в этом подростковом возрасте, что то, что сейчас происходит, его восприятие, его мнение о себе, что это нормально, пройдет некоторое время и все станет на свои места. В такій ситуації завдання дорослого –
допомогти дитині зрозуміти власні відчуття і бажання, підкреслити його сильні сторони характеру. Сейчас в интернете всевозможная информация есть, где ребенок может прочитать про свой возраст, про свои изменения и психики, и физиологическое состояние, и так далее. Старшокласники чутливі до критики батьків і вчителів. До того ж, часто страждають від нерозділеного кохання, зайняті пошуком себе. А все це може помітно знизити самооцінку. Розказуйте дитині історії з власного досвіду. Какие у вас были конфликты, как вы справлялись с ним? Вы знаете, ребенок поймет, что он не один, что с ним происходит то, что происходило с вами. И тем самым вы поддержите своего ребенка, подростка и наладите с ним позитивный контакт.